Единая Россия утвердила список кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в областную думу. Он составлен на основе итогов предварительного голосования, которое прошло 22 мая. Выбрать кандидатов в депутаты «Единая Россия» предложила всем жителям. Явка на праймерис в Московской области составила 9,6%. Это выше, чем в целом по стране. Была и самая большая конкуренция – 20 человек на место. За право представлять партию на думских выборах боролись более 800 человек, половина из которых беспартийные. Голосование было рейтинговым, то есть жители могли выбрать сразу несколько человек. Мы слышали, увидели фамилии людей, которых мы хорошо знаем. Есть люди, которых мы хорошо знаем в Московской области. А есть совершенно новые фамилии. То есть вот я думаю, что это рейтинговое голосование, но позволило именно дать возможность прийти новым людям. Кроме новичков, в списке попали и известные в Подмосковье люди. Так, с большим отрывом лидируют космонавт Елена Серова и лыжник Александр Легков. Оказался в списках и победитель праймериз по Балашихинскому округу, действующий депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Самый главный запрос у наших жителей, он, с одной стороны, это простой. Сегодня есть требования жителей на повышение качества проживания на той или иной территории. Это было практически повсеместно во всех сферах. Вот люди хотят жить не в ветхом жилье, а в обустроенном новом жилье. Ну а пока работа по формированию списков продолжается. Окончательные списки кандидатов от «Единой России» будут определены на июньском съезде партии.